Я руковожу балетом, то есть мои функции выходят, все организаторские обязанности, самая грязная работа. Это подписание контрактов, поиск клиентов. Мы имеем фантастическую труппу. Во-первых, Санкт-Петербург – это столица балета, мировая столица балета. Все наши ребята… Профессионалы высочайшего уровня. Они все имеют высшее образование. То есть они учили все по 4, по 5 лет, это только во взрослом возрасте. А все начинали с детского возраста танцевать. Мы имеем фантастического художественного руководителя, очень хорошего балетмейстера. То есть мы покоряли Европу, мы покоряли Азию, и я считаю, что у нас еще все впереди. Я Иван Коклюшкин, руководитель балета «Безе Лизо». Я отвечаю за художественную часть, за изготовление костюмов, за дизайнерские находки. Мы работаем вместе с балетмейстером, известным балетмейстером из Санкт-Петербурга Геннадием Синьковым. И совместно создаем номера и, естественно, придумываем. Дизайн этих костюмов. В костюмах очень много используется интересных новых тканей от известных кутюр. Ткани привозятся из-за рубежа, в основном из Франции. Очень много используется в нашем шоу света, освещения, то есть светодиодов и, естественно, камней Сваровского. Своим дизайнерским взглядом, почерком балетмейстера. Оно должно быть прежде всего необычным, не таким, как у всех. Не хочется повторять «Мулен Руж» или «До», я думаю, что мы уже лучше.